на 777 пригоди всім. Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтим і з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, Роман Цимбалюк поруч зі мною. Всім привіт. 15.20 на годиннику традиційно і 812-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба у нас розпочалася з перегрупування російських військ на Харківщині, з мобільних моргів на окупованих територіях і, відповідно, тепер закордонних візитів. Давайте назвемо їх так, а деталі вже потім пояснимо цих закордонних візитів. Давайте розпочнемо про все по черзі і, власне, з Харківщини. Росіяни на Харківщині з початку доби активних дій не вели, намагаються закріпитися на досягнутому рубежі і перегруповуються. Про це повідомляє наш Генштаб. У цей же час українські підрозділи за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи окупантів, місця розгортання російської артилерії і завдають вогневого ураження, щоб не допустити накопичення ворожих сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ. Також українські підрозділи продовжують прочісувати міську забудову, місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів і можливі місця обладнання ворожих позицій. Ну і, власне, Про нову тактику говорять, зокрема, на Харківщині і, зокрема, у Вовчанську. Пишуть про це аналітики Інституту вивчення війни і кажуть, що полягає вона саме в тому, що вони намагаються просуватися невеликими штурмовими групами, чисельністю, власне, по там до 5 осіб, проникають на українські позиції, потім об'єднуються з іншими такими ж самими невеличкими штурмовими групами в більш ударну групу. І, відповідно, кадри з українських безпілотників, зняті нібито Вовчанську, говорять про те, що російська піхота діє в межах населеного пункту такими невеликими штурмовими групами-підрозділами. Ну і, власне, таким чином російські війська надають перевагу створенню, ну, знову ж таки, Кирилу Буданову не подобається це твердження, але, тим не менше, буферної зони, як вони її називають, та на Росії, намагаються вони її створити в районі кордону, а віддають їй перевагу, а не глибокому такому проникненню на територію Харківської області. Втім, темпи російського наступу на півночі Харківської області, схоже, таки сповільнилися за останні 24 години. Ну і остання інформація від Генерального штабу Збройних сил України, що вони свідчать. Значить, станом на 14 годину сьогодні, тобто 15 травня, Сили оборони частково витіснили російських окупантів з Вовчанська. Тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста. Це є до того, що якось швидко все змінюється, навіть в офіційних заявах, тому що з одного боку кажуть, що місто зруйновано, і це, знову ж таки, заяви представників органів влади України. Через якийсь час кажуть, що бої за місто, а зараз, от бачите, воно знову начебто виправляється. Є до того, що тут, зрозуміло, парадами не допоможеш нашому війську, але підтримкою це цілком вирогідно. І ситуація дуже-дуже швидко змінюється, але ж ті самі аналітики, які от кажуть про ці маленькі групи, вони ще ж додають ще одну річ, що коли вони йдуть цими маленькими групами, а українці стріляють касетними набоями, і не тільки касетними набоями. Там не так, ну, це така дуже цікава руська рулетка дійти, в принципі, до позиції. І, власне, тому і говорять, що у них великі втрати, які, ну, в принципі, здається, якщо це росіян не сильно цікавить. Ні, нас має цікавити, тому що це все ж таки досягнення наших військових. Ну і от про те, що говорить Роман, про те, що, скоріш за все, наступ сповільнився через великі втрати ворога. Зокрема, у зв'язку з активними наступальними діями і зростанням втрат, ворог намагається зараз нарощувати кількість мобільних моргів. Привозить він їх на тимчасово окуповані українські території. Про це інформує Центр національного спротиву. Кажуть, що додаткові місця зберігання трупів своїх, вони, значить, облаштовують, або ж тих, хто досягли цілі СВО, та вони зараз облаштовують і розгортають переважно на тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема в приміщеннях, які взагалі до того не предназначені та не передбачені. Туди звозять тіла з тих, хто намагався штурмувати Харківщину, і, власне, звозять їх туди, щоб, як то кажуть, не травмувати мешканців Бєлгорода, знаєте, щоб не маячити перед ними там. Ну і тут нічого такого, знову ж таки, немає удивительного з їхньої сторони, тому що
Наприклад, вчора цифри Генштабу українського давали 1700 щодо їхніх втрат, сьогодні понад 1500. Тому ми розуміємо, що наступ і намагання їх прорватись якомога далі вглиб українських територій є. А українські сили оборони роблять все можливе, щоб це стримувати. Ну і, власне, щодо мапи цього харківського напрямку, ну от перед ефіром принаймні, та давали те, що наразі, якщо брати, наприклад, захід, зараз говоримо виключно про Харківщину, то окупанти за добу там просунулися десь на 400-800 метрів в бік дороги, що постачає Вовчанськ з заходу. Захопили придорожнє село Бугруватка, де до війни мешкало 30 людей, і сама дорога зараз не перерізана, але окупанти намагаються це зробити. За неї йдуть бої, відповідно, вона знаходиться зараз в так званій сірій зоні, і сіра зона за добу не розширювалася. Якщо подивитися з півночі, або ж якщо говорити про штурм Вовчанська в лоб, скажімо так, то окупанти пройшли близько 2 кілометрів від околиць Вовчанська, зайшли до самого міста, намагаються закріпитися в районі м'ясокомбінату і на кількох прилеглих вулицях. Сіра зона за добу не розширилася, бої йдуть на ті самі ділянці, що і останні 2 дні. І от, знову ж таки, говорили, або Шарман зачитував дані від Генштабу, та намагаються зачищати цю історію. Зі сходу, якщо брати, то там з'явилося теж відео з ударом українськими дронами окупантів на східній околиці Вовчанська в районі річки Вовча. Поки що немає підтверджень, що там десь окупантам вдалося просунутися чи закріпитися. Ну і, власне, за картами Deep State теж поки що все це сіра зона, тому там поки не зрозуміло. Ну і, власне, напередодні, я нагадаю, давайте про те, що в Харкові ввечері вони влучили ще й у 12-поверховий житловий будинок. Там, за останніми даними, близько 20 людей отримали поранення, в тому числі 12-річний хлопчик, 8-річна дівчинка, і загалом 6 людей госпіталізували. Протягом дня в місті там ще 3 лунали вибухи. Вже на ранок окупанти вдарили авіаційною бомбою поблизу лікарні у Харківській області, постраждали 3 медиків, і влучання було в житловий мікрорайон. Там в результаті удару були пошкоджені ще теж лікарні, автомобіль, які стояли поруч. Також били зранку і по Херсону з Миколаєвом, але давайте ще кілька слів про Харків, тому що, знову таки, там станом на 15 травня, незважаючи на те, що повітряна тривога була 8 годин, здається, евакуація населення з Харкова не планується. Наразі тільки до міста приїжджають люди з населених пунктів області, де тривають активні бойові дії. Про це розповів голова Харкова Ігор Терехов. І за добу прильоти були по житловій забудові. Ворог таким чином намагається використовувати, як ми бачимо, техніку залякування людей, щоб люди виїжджали ще із Харкова, але, знову ж таки, наразі евакуація з міста Харкова не планується. І, відповідно, зараз до Харкова звозять людей з районів, де зараз йдуть активні бойові дії. Херсон, там. Хотів сказати по Харкову, якщо евакуація не планується і навпаки в Харків евакуюється, якраз говорить про те, що мрії рожеві і не дуже російських загарбників про українське місто Харків, вони недосяжні. І насправді це, мабуть, важливо проговорити, особливо в контексті того, що тут, ну, російська пропаганда це взагалі подає якимось супердосягненням, при тому, що у них в інформаційному просторі теж, це варто наголосити, зникли інші ділянки фронту. Вони так от майже нічого не відбувається, начебто більше ніде немає війни. А це говорить, що якраз окрім військ, окрім бойових дій, це такий от засіб, як прийнято казати, інформаційно-психологічних операцій і впливу на українців. З іншого боку, мені здається, що ми тут всі розумні. І армія на місці, а росіяни, ну да, цієї ночі чи цієї доби їх померло трошки менше, ніж попередньої.
Ну, ти ж бачиш, ми нібито вже і підготовлені, нібито і розумні, нібито і розуміємо, до чого ворог намагається нас схилити, але тим не менше вони продовжують пробувати цю тактику, розраховуючи знову ж таки на те, що за 2 роки наш морально-психологічний стан дуже виснажений, ми втомлені, а тому, знову ж таки, сподіваються вони, що ми будемо реагувати на всі ці ситуації доволі критично і збирати речі і покидати територію України. Дарма вони на то розраховують однозначно. Ну і от сказала про Харківщину, давайте ще про Херсонщину, тому що там теж зранку з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Херсону. Снаряд влучив також в багатоповерхівку в корабельному районі міста. Там внаслідок обстрілу пошкоджений дах будинку, загиблих поранених немає. І от там жителька Херсону, яка прибирає зазвичай ці прибудинкові території під час прильоту, каже, була змушена ховатися в підсобці з інструментами, власне, якими вона прибирала ті самі вулиці. Знову бачимо, що ну, якоїсь цілі конкретної немає. Просто удар, просто по багатоповерхівці, просто для того, щоб вчергове залякати або показати, що у них є боєприпаси. Тут важко щось говорити з того приводу. Вибухи лунали сьогодні в Миколаєві, там теж 2 прильоти було зафіксовано. Наразі деталей щодо удару окупантам невідомі. І я так розумію, що про них буде відомо трошечки пізніше. Тим не менше, дивіться, знову-таки ми говоримо з вами про атаки окупантів на наші області, про Харків, про Херсон, про Миколаїв сказали. Але ж у них теж не було спокійно вночі. Причому це стосується як окупованих територій, так і, власне, російської території. Багато чого сталося, бававнятко, а іноді перегодоване бававнятко, не знаю, як це в такій формі сказати, але що, прилетіло по аеродрому Більбек. Звичайно, російське міністерство оборони повідомило, що воно все збило. 10 з 20 атак Амсав точно. 10 з 20 чи з 300? Чи, ну, сказали 10 з 20, а коли куди ділися останні 10, не зрозуміло. От це саме цікаво. Тим більше там було заявлено, що там не тільки атакамси, там дуже-дуже різні ракети і точка. Я навіть не знаю, звідки ми взяли таку кількість ракет. І точка У, яка не використовується вже, я не знаю, скільки. Ну, от, власне, питання. Там і вільха, і вампіри, що таки не летіло до росіян. Начебто нічого у них не сталося, але дуже довго горів аеродром в Більбеку. Там базується Су-29, МіГ-31 базується, і інші літальні апарати. От цікаво, скільки їх вигоріло. Кажуть, що один МіГ-31 не підлягає відновленню. Якщо це так, це непогано. Непоганий результат. Що стосується Криму, знову ж таки, повітряна тривога була оголошена вночі. Перекривали незаконну забудову, так звану Кримський міст. Знову таки, не працювала вона. Протиповітряна оборона працювала. Ну, як працювала, можна було судити виключно з звуків, які чули місцеві мешканці. Було чутно вибухи. І ось так званий губернатор Розважаєв повідомив, що цю масовану атаку на Севастополь вони, звісно ж, відбили. Славнозвісна ППО збила кілька ракет над акваторією і в районі аеродрому Бальбек. Загалом героїчно знищила 10 ракет «Атакамс». Щоправда, знову ж таки, видання от «Астра» повідомляє про те, що місцеві чули і нарахували близько 20 вибухів, близько 20 ракет. В районі аеродрому на ранок і досі щось горіло. Як воно горіло, можна подивитися, до речі, на відео також. Воно вже доступне і є. Звідси нам дуже погано видно. Але це був тільки що прильот. Але можна сказати, що там міг горіти от якраз той самий МіГ-31К, про який Рома сказав. Нагадаю, що в Бальбеку дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк РФ і Севастопольський аварійно-рятувальний центр. Там базувалися, зокрема, Су-27, 12 літаків, 3 навчально-бойових Су-27УБ і 5 літаків Су-30М2. А ну, той, хто тільки що уважно дивився на екран, той побачив, що вони реально все збили. Тільки тут треба запитати, а чим збило? Можливо, аеродромом?
Взяли або вогонь літаками. На себе. Звичайно. Схоже на то. Раніше в мережі також були інші супутникові знімки станом на 31 березня. Я розумію, що зараз 15 травня, але станом на 31 березня, якщо подивитися, то там можна роздивитися, власне, що на авіабазі Бальбек, крім того, що перебуває там в укритті, та на фото можна нарахувати 24 літаки і 6 гелікоптерів, зокрема 4 винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К. І ці літаки є носіями, я нагадаю, ракет «Кінжал». Видання «Defense Express» каже, що якщо порівняти ці знімки і мапу пожеж на аеродромі Бальбек, то можна якраз і припустити, що під удар сьогодні вночі потрапили саме МіГ-31К. І саме їм довелося там несолодко. До речі, ми ще й досі не знаємо, скільки ж гелікоптерів і літаків не дорахувалися свого часу на аеродромі в Джанкої. Тому що ця інформація ще й досі, я нагадаю, висить під великим знаком питання. Скільки там двоногих полягло, також залишається під знаком питання, але ми розуміємо, що ця цифра взагалі для Росії нічого не вирішує. Давайте далі доєднуємо до нашого ефіру руководителя окружного відділення Республіканської партії штату Нью-Йорк. Борис Пінкус з нами на зв'язку. Пане Борисе, ми вас вітаємо. Добрий день, дорогі, рад бути на вашому каналі і слава Україні! Героям слава. Борис, у нас тут гости из вашей страны, и Энтони Блинкен проводит двухдневный визит, много разных заявлений, и пиццерия, и игра на гитаре, и обещания патриотов. Давай послухаємо Захарову. Давай дамо слово Захарові. Давай. Давайте послухаємо Захарова. Спел песню, поел пиццу. Поехал дальше. Очевидно, что положение дел на фронте и военные неудачи в ВСУ вызывают все более серьезную тревогу администрации Байдена. У них же там... Если совсем все плохо, едва ли Энтони Блинкен фокусировался бы на пицце. Но, тем не менее, Борис, у меня к вам вопрос такой. А как описывают американские СМИ этот визит? И что вы думаете, чего тут больше? Игры на гитаре или все-таки решение военных и военно-политических задач, которые стоят, собственно говоря, перед американской администрацией, независимо от того, демократы там, как сейчас, или республиканцы, если будут какие-то другие результаты выборов? Вы знаете, я вам прямо скажу, я, например, стараюсь быть максимально объективным, не оперируя, знаете, не акцентируя на свою партийную принадлежность. Почему? Потому что я, прежде всего, гражданин Америки, я налогоплательщик. Это очень важно для меня. С другой стороны, я, наверное, как иммигрант, проживший здесь немало в этой стране и значительную часть жизни проведший в бывшем Советском Союзе, наверное, больнее воспринимая все, что происходит в Украине, и, наверное, даже трезвее. Почему? Потому что игры политические в Америке, они настолько омерзительны, что стыдно бывает за мою страну, неважно, там, демократ или республиканец. И сегодня поездка, конечно, Блинкена, я бы на английском языке это назвал бы too little, too late. Вы понимаете, как? Конечно, его поездка, она скорее морально такая, вдохновляющая, показывающая, что мы не оставим Украину, мы поможем обязательно. Ну как же, мы с вами. Это первый пункт цели его визита в Украину. С другой стороны, ребята, а почему надо было тянуть? Ведь 4 миллиарда долларов, пока там некоторые балбесы, республиканцы ставили палки в колеса всему Конгрессу, 6 месяцев, но ведь 4 миллиарда с лишним, там 4,2 миллиарда были в наличии у Байдена, ведь можно было хоть что-то поставлять. Это очень важный вопрос. С другой стороны, меня пугает другое. Казалось бы, деньги, закон принят, 61 миллиард уже все, хотя это капля в море, я вам прямо скажу, это не те деньги, которые решат судьбу войны в Украине, абсолютно нет. Но, с другой стороны, вы знаете, раздается риторика, что даже те самолеты F-16, которые должны войти в этот пакет, они сегодня уже не нужны. Почему? Потому что им нужны МИГи, чтобы, видите ли,
украинские летчики быстрее освоили, быстрее начали использовать. И вопросы логистики здесь, вопросы технического обслуживания здесь включают, и языковый барьер. Короче, опять нарастает волна с тем, чтобы, вы знаете, заканчивать войну в Украине. Может быть, и усадить за стол переговоров того же Зеленского, чтобы и вот те территории, которые сегодня находятся в руках этих варваров, оставить пока Путин там. А вот когда Путин исчезнет, мы потом уже вернемся к этому вопросу. Вот в этом вся проблема, друзья мои. Это меня угнетает, так же, как и многих друзей Украины в нашей стране. Поэтому вот эта вот спешка, вот это вот, казалось бы, да, вот, и вроде Германия, видите ли, стала платить деньги за 3 комплекта «Хаймарсов» сегодня. А где ты была, Германия? Ведь, между прочим, вот этот пакет, который сегодня вот уже, казалось бы, должен быть в работе, он включает в себя и самолеты F-16, и, конечно, атакам с радиусом 3000 и более километров, к примеру, но и в том числе «Патриотс». Друзья мои, 102 единицы систем «Патриотс» находятся в руках у стран-членов НАТО. Почему надо ждать сегодня Америку? Вы мне скажите. Единственное, что в чем нуждается сегодня Украина из Америки непосредственно, это вот эти атакамсы большого радиуса действия, которых не имеется в Европе. Но все остальное, что всегда просит Украина, это те же «Патриотсы», к примеру, и даже самолеты F-16, их более 2000 у стран-членов НАТО. И, меня удивляет другое, страшно даже. Вот самолетная коалиция, созданная еще в прошлом году, куда вошли Дания, Голландия, например, и Швеция, да, которая обещала еще в начале года дать самолеты F-16, а потом сказала в конце апреля, а потом перенесла на конец мая. И буквально вчера представитель этой коалиции сегодня говорит: вы знаете, мы, наверное, к концу лета дадим эти самолеты. Вы посмотрите, а знаете почему? Очень простой ответ. Почему? Потому что они смотрят в рот Байдену. Вот когда Байден скажет, можно давать, тогда можно давать. Это параллель. Вот, знаете, это подтверждается тем, что вы помните, как была история с танками, немецкими танками «Абрамс», когда Шольц сказал, что мы, леопарды, свои не будем давать, пока «Абрамс» американский не поступит в Украину. Точно такая же история сегодня вот с этими теми видами вооружений, в которых Украина нуждается. Вот это меня угнетает, к сожалению, очень. И в Конгрессе идет война, настоящая война, я имею в виду на идеологическом фронте, между, слава богу, вот этой группой республиканцев и демократов, которые едины в оказании помощи Украине, и внутри партии, с одной стороны, те отмороженными республиканцами, которые давят на то, чтобы все-таки больше уделяли внутренним вопросам, и леволиберальным крылом демократов, которые, к сожалению, не оставляют в покое Байдена, давят на него. Вот буквально недавно было опять-таки одно большое письмо, отправленное ему несколькими десятками этих леволибералов, которые за то, чтобы прекратили оказывать помощь и Израилю, и Украине. То есть вот такая у нас сегодня ситуация. Но в то же время смотреть на то, что происходит в Украине, это невозможно. Просто уму непостижимо. Вот. И хотя говорят, вот и Байден, тот же Блинкен сказал, вот это в пути уже, вот-вот-вот-вот-вот поступит, кое-что уже поступило. И тем не менее, я бы очень хотел, чтобы Европа, которая, к сожалению, уже говорит о том, что нам надо самим что-то иметь. Мало ли, вдруг завтра Путин одолеет Украину, она пойдет уже на другие страны Европы, а чем мы будем защищаться? Вот такое тоже есть, к сожалению. И вот это все вместе взятое, я вам прямо скажу, оно очень угнетает, оно давит на нас, на всех, и несмотря на то, что мы не опускаем руки, мы продолжаем лоббировать каждый день. У меня, например, там, у моих друзей однопартийцев встречи и с демократами, и с республиканцами с целью доведения до этих голов реальной ситуации, которая сегодня имеет место в Украине.
Очень бы хотелось, конечно, чтобы доведение этой информации было намного раньше, и по факту, чтобы мы теперь уже видели саму помощь, да. А не только они говорили в момент, когда ситуация в Харьковской области у нас очень напряженная, скажем так. Тем не менее, вы говорите о том, что все равно так или иначе говорят про переговоры и о том, что там, любая война заканчивается за столом переговоров. Но, опять-таки, мы же понимаем, что Путин, который летит в Китай, летит туда не для того, чтобы говорить о переговорах, он летит туда для того, чтобы получить себе бонусы и получить себе определенные обязательства или же обещание, что война будет продолжаться. Значит, у него будут комплектующие для того, чтобы изготавливать ракеты, которые потом будут лететь на территорию Украины. О каких мирных переговорах мы можем все равно говорить в этом плане? На мой взгляд, никаких разговоров о мирных переговорах быть не может. Ни одной пяди земли Украине. Точка. Границы 91 года, так как говорил Зеленский с первого дня, по сей день он это говорит, и об этом говорит вся Украина. Вся Украина. 90% украинцев ни одной пяди земли не дадут. Поэтому ни о каких переговорах не может быть и речи, еще и потому, что тот самый Китай, который будет помпезно принимать в четверг Путина у себя, например, знаете, вот, делая акцент в сторону Америки, вот, мол, смотрите, там вы можете все, что хотите против Китая делать, а мы вот дружим с Россией. Вот, несмотря на то, что это будет иметь место, Путин вдруг сегодня заговорил о мирной инициативе Китая. Вы помните, когда в начале войны там, Китай предлагал мирный план из 12 пунктов? Там первым пунктом я хотел бы очень обратить ваше внимание и наших слушателей – было неприкосновенность границ любого государства, общепризнанных мировым сообществом. Точка. Все остальные 11 можно мусорный провод отправить. Я вам прям... Это чушь собачья, что предлагал Си. Но вот первый пункт, это же, друзья мои, это же то, что нужно. А общепризнанные границы — это 91 года. Вот за это должен был Байден зацепиться еще в Сан-Франциско, когда он встречался в прошлом году с Си Цзиньпинем на Тихоокеанском форуме. Вот тогда надо было за это зацепиться и развивать это. Когда Си протянул руку Байдену, сказав, вот мы две великие державы, крупнейшие экономики мира, давай работать вместе, решать мировые проблемы. К сожалению, администрация Байдена этого не сделала. Абсолютно. А я вам прямо скажу, нам петушиться не имеет смысла, мы не имеем морального права сегодня, знаете, делать вид, что мы со всеми проблемами запросто справимся. Неправда. Главная проблема сегодня Путин — это главное зло, которое совершает геноцид на украинской земле и на израильской земле руками тех же хамасовцев и своим другом, аятоллами, бородатыми иранцами, персами вот этими. Вы понимаете, вот это есть. И поэтому, если Байден был бы умнее, он бы посадил за стол переговоров того же Си и сказал, я могу уничтожить твою экономику запросто. Выведу мои корпорации, тот же Intel, например, того же, я бы запретил бы, например, тому же балбесу, к сожалению, этому Алану Маску, который собирался 3 миллиарда инвестировать в Индию на прошлой неделе и вдруг передумал и вернулся в Китай, поддерживает Китай, несмотря на то, что вот такие вот препоны нам создает Китай. А я бы, например, на экономическом, на эти вот фронте надавил бы на Китай, сказал бы, слушай, я тебя могу уничтожить, я могу без тебя справиться, несмотря на то, что мы зависим на 40% друг от друга в экономике, но у меня есть потенциал, у меня есть резерв, чего у тебя нет. Понимаете как? Другими словами, сегодня Китай смог бы сыграть очень важную роль выдворение этих варваров за границы 91 года. Этого, к сожалению, нет. Вот в этом вся проблема. Поэтому обстановка нагнетается, я вам прямо скажу, нагнетается сильно. И я все же думаю, что вот конгрессмены наши, великие друзья, Украина, это три Майка. Майк
Тернер, например, глава комитета по разведке, Майк Маккол, глава комитета по иностранным делам, и Майк Роджер, комитет по вооружениям, которые составили план победы Украины, он лежит сегодня в основу того закона, который благодаря, я считаю, умнице большому нашему спикеру Майку Джонсону, принят был этот закон, и вот эта помощь сегодня оказывается, и я рад тому, что есть хорошая новость, я не знаю, слышали вы или нет, буквально пару дней назад, учитывая ситуацию под Харьковом, сегодня уже комитет по иностранным делам требует отчета Байдена о том, что он смог сделать со времени принятия закона 22 числа прошлого месяца по оказанию помощи Украине. Вот это очень важно. Дело в том, что вот это требование имеет включено в законодательство, где сказано, что Байден обязан периодически отчитываться перед Конгрессом о том, как протекают дела в Украине, как осваиваются эти 61 миллиард. Вот это все, не думаю, подстегнет его, тем более, что сегодня конгрессмены едины в защите интересов Израиля и Украины. Все идет параллельно, не отдельно, а параллельно. Требования одинаковые к Байдену, с тем, что он обязан помогать и той, и другой стране защищать свои территории, свои земли. Борис, так интересно вы описали реакцию администрации. И, ну, тут же понятно, что вот этот визит в Китай, он имеет такую четкую антиамериканскую направленность, и все это прекрасно понимают. Но, с другой стороны, вот вы сказали, что too little, too late, ну, есть еще другая пословица, лучше поздно, чем никогда. И я все-таки хочу вас спросить по поводу рта Байдена, в который все заглядывают, и европейцы, ну, понятно, американские военные, они выполняют просто приказы, и так должно быть. А вопрос в другом. Вот я тут включил недавно российский телевизор, и там была такая мысль высказана, что, ну, скажем так, ситуация на фронте, то есть если мы будем вынуждены отступать или какие-то будут не самые позитивные новости, то Украина может быть именно таким фактором, который негативно повлияет на рейтинг действующего президента. Вот вопрос такой. Ситуация на Украино-Российском фронте, она влияет на внутренние расклады у вас или не влияет? Влияет. Несмотря на то, что сегодня меньше стали средства массовой информации говорить об Украине, к сожалению, больше сосредоточены на Хамасе, на Палестине. Это как раз то, чего добивался Путин. Его целью было, вот одной из целей организации вот этого теракта 7 октября прошлого года в Украине, целью Путина было отвлечь внимание Байдена, Америки, американского народа от Украины. Понимаете, что оставить наедине Россию с Украиной, чтобы она могла вот так подло, знаете, бесчеловечно продолжать свой геноцид. Вот этой было целью. И вот, и несмотря на все это, друзья мои, по сей день 62% американцев, независимо от партийной принадлежности, за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы. И это игнорироваться не может. Второй фактор – это двухпартийное единство. Я горжусь тем, что и есть умные головы среди демократов. Они поддерживают Украину. Прежде всего, я хочу отметить, сегодня рука об руку идут два лидера двух партий в Нижней палате. Это Хаким Джеффриз, спасибо ему за это, и, конечно, Майк Джонсон. Вот они оба сегодня едины. Поэтому, конечно, народ смотрит, избиратель не безразличен к тому, что происходит в Украине. Это очень важно, это будет влиять на голосование 5 ноября. Обязательно. Это нельзя исключать. Поэтому я не могу, ребята, как бы многие украинцы не ненавидели Трампа, я не могу не сказать правду. Трамп хитрит, он, как всегда, он лавирует, он популист большой. Почему? Потому что, я вам прямо скажу, его преимущество над Байденом, хотя оно последние вот 2-3 дня выросло немножко,
но его недостаточно, чтобы нам быть уверенными, что он 5 ноября победит, и республиканская партия будет в Белом доме. У нас нет такой уверенности. Почему? Да потому что за всю историю Америки еще не было такого, чтобы президент победил, ограничившись голосами своей, только своей родной партии. Другими словами, он побеждает тогда, когда его однопартийцев поддерживают и голоса конкурирующих партий. А вот таковыми являются независимые. Почему у Ники Хейли по сей день преимущество над Байденом в национальном масштабе на 17 до 22%? Да потому что ее, кроме республиканцев, хоть и намного меньше, чем Трампа, поддерживают еще и независимые. Огромное количество независимых. Понимаете, ребята? Так вот, Трамп, когда к нему Джонсон пришел буквально за несколько дней до вынесения законопроекта на голосование по оказанию помощи Украине, Трамп сказал правду. Я за Украину. Полный вперед, Майк, я с тобой. 61 миллиард для Украины остается в силе. Вы понимаете? То есть он, я говорил в прежних эфирах, вынужден повторять сегодня еще раз, напомнить вам, друзья мои, у Трампа две группы избирателей. Одна группа — это ядерная его, ключевая — это евангелисты. А евангелисты, друзья мои, они горой за Украину. Я вам напомню, Грэм, известный у нас в стране лидер евангелистов, посещал Киев. Он встречался с Зеленским и заверил его, что Америка христианская, она за христианскую Украину. Путин — антихрист. Он уничтожает Украину. И евангелисты были и будут за Украину. Понимаете как? А это база, главная база, избирательная база Трампа. Это ядерная его часть избирателей. Но есть еще другая часть избирателей. Она целевая его. То есть та часть, которая колеблется, еще не определилась. Их набирается ни много ни мало, от 10 до 15 миллионов, друзья мои. Так вот, Трамп не хочет их терять. От них очень многое зависит. Поэтому он, как популист, старается избегать вопросов о внешней политике, о помощи Украине, о помощи Израилю. Да, часто даже критикует, если его так вот ему нужно это сказать, в угоду вот той аудитории, к которой он обращается. Но когда настал критический момент, и когда к нему пришел Джонсон и говорит: слушай, я законопроект должен вытаскивать уже, дальше нельзя терпеть. Посмотри, что творится в Украине. И тогда он сказал: я за Украину. Была не была, все, я за тебя. Понимаете как? И вражда пошла сейчас между Трампом и его бывшими сподвижниками. Та же отмороженная Межел Тейлор Грин сегодня, который идет против Джонсона и заодно уже против и Трампа. Трамп уже дал понять, что с ней надо разбираться. Я думаю, что мы уже проводим работу в ее дистрике, чтобы избиратели знали, кто она, и за нее уже не голосовали. Это предстоит большая работа. И тем не менее, я хочу вам сказать, что, ребята, я возвращаюсь к тому, что я уже сказал пару минут назад. Значит, 62% американцев за неукоснительную помощь Украине — это один фактор. Второй — двухпартийное единство в Конгрессе — это два. Третье — Трамп. Ребята, Трамп, Трамп, еще раз Трамп. Не надо его бояться. Он не может, ребята, пойти против национальных интересов Америки. Ему никто не позволит это сделать. У нас же все-таки демократия. Вы не думаете, что вот Трамп, вдруг став президентом, повернет все в 5 на 180 градусов и будет диктатором. У нас же три ветви власти, друзья мои. Независимые. Ему свернут шею в момент. А куда, на кого он опирается сегодня? Вот на этих трех майков, представьте себе, вот эти три майка, которых я назвал, три председателя комитета, они его опора. Это три главных комитета по международным делам. Это очень важно, ребята. Поэтому не надо пугаться Трампа слова. Нет. Этого не будет. Несмотря на то, что ему навешивают всякие ярлыки, что он друг Путина, что он агент Путина, да и пошло и поехало. Неправда, не верьте этому. Это как раз то, чего хочет Путин.
когда очерняют демократов, очерняют республиканцев, ему это на руку. Вот он ненавидит Трампа. Он боится Трампа больше, чем кого-либо. Запомните мои слова. Почему? Потому что ему удобен Байден. Байден же, вы понимаете, он мягок, он пустой, как овощ. Вот он каждую помощь, оказываемую Украине до сих пор, по чайной ложечке, всегда сопровождал условиями: не стреляйте сюда, не стреляйте сюда, не стреляйте по нефтеперерабатывающим заводам и так далее и тому подобное. Точно так же он делает по отношению к Израилю, вот этим хуситам, муситам, Хамасу, Ирану и так далее. Это его стратегия, за которой стоит Обама. Это Обама-мания, ребята. Вот так у нас происходит. Поэтому вся надежда на республиканцев. Неважно, будет Трамп, не будет Трамп, важен республиканец в Белом доме. Вот это очень важно. Поэтому будем молиться и стараемся. Еще раз повторяю, ребята, для меня безразлично будет там, какое, кто где, что сказал по отношению к Украине. Украина и Израиль — это лакмусовая бумага, вы понимаете, которая показывает, кто чего стоит. Неважно, ты республиканец или демократ. Поэтому очень многие события происходят внутри нашей страны, которые прямо в той или иной степени касаются и Украины тоже. Украина была и остается в повестке дня любого депутата, будь он демократ или республиканец, или является ли он сторонником Трампа. Так что в этом отношении, ребята, мы едины с вами. Невозможно представить сегодня поражение Украины. Это будет началом конца Америки. Запомните это. Мы это понимаем. Политика пишет о том, что Украина просит США отменить запрет на использование американского оружия для ударов по территории России. Очень бы хотелось ваш комментарий услышать по этому поводу, но, к сожалению, закончилось время, поэтому оставляем этот вопрос для следующей нашей встречи в эфире. Спасибо вам большое и слава великой Украине. Мы победим. Героям нашим слава і смерть тим клятим ворогам нашим. Нагадаю, що Борис Пінкус був з нами на зв'язку цієї години, руководитель окружного відділення Республіканської партії штату Нью-Йорк. Йому кажемо на цьому дякуємо, вам кажемо за кілька хвилин побачимося в ефірі і ще годину будемо з вами разом.